лучшим по профессии по итогам месяца в 4-м листопрокатном цехе ММК стал машинист крана участка «Адъюстаж» Владимир Порфиров. Он работает на комбинате чуть более 10 лет. Благодаря своим качествам завоевал авторитет у коллег, а также выступает наставником для молодых специалистов. Он легко управляет самым сложным из мостовых кранов – процент-краном. О специфике работы герой производства рассказал нашей съемочной группе. Адъюстаж – это уже мы финальное звено между производителем и потребителем. Мы конечное звено, которое отгружаем, и все на этом уже заканчивается. Ну, дальше железная дорога – это уже не наша. Наша задача, как машинистов крана, выполнять отгрузку полувагонов, отгрузку готовой продукции в автомобиле. Выстилаем травленое железо на упаковку в короба. Это все отходит потребителям. Машинист крана – это ответственная работа, требует внимания колоссального. Концентрации, потому что это ответственность огромная за людей, которые с тобой работают внизу. Это ответственность за перевозимые грузы, за оборудование, которое находится у нас в тупике. Он действительно сложный, у него специфика такая, что он вращается на 360 градусов, из-за этого повышенное внимание должно быть, потому что ты работаешь с напарниками, и чтобы не столкнуться, нужно следить и за соседним краном. И получается, ездит тележка с кабины и траверса, и получается, что нужно постоянно все следить за всем. Контроллеров там очень много. За всем нужно уследить, запомнить, в каком положении, какой находится, чтобы вовремя отключить и среагировать, если вдруг пойдет нештатная ситуация какая-то. В 2010 году окончил политехнический колледж, получил профессию машинист крана, потом призвался в ряды вооруженных сил, после армии спустя год устроился на комбинат по совету родителей. Ну, профессия есть и стабильный заработок, все-таки работа в коллективе. Меня в свое время обучали опытные наставники, они рассказывали все тонкости, как правильно, как должно быть, выполнять работу безопасно, естественно. Несмотря на свой, ну, юный, можно сказать, возраст, пользуется авторитетом у своих работников, у наших работников, является наставником у молодых машинистов, которые приходят, молодежи приходит очень много. Ну, пользуется авторитетом, как бы заслужил его. Володя за столько лет получил такой большой опыт, что ему есть чем поделиться с молодыми ребятами, которые приходят, девушками, которые к нам приходят машинистами работать. Молодые работники приходят, они немного боятся, что все-таки управляешь краном. Это большая, как техника, можно сказать, и ответственность большая. Начинаешь им все рассказывать, то же самое, как правильно, как должно быть, как не нужно делать и по требованиям безопасности. Они стараются, ну, следить нужно за ними. Свободное время. Гуляем с семьей по паркам, ходим по магазинам. С детьми сижу, двое детей у меня. Недавно мальчик родился 3 месяца. Жене помогаю по дому.